Да, крупнее, у той меньше. Одна стоит 10 лир. Сколько будем брать, Костя? Штук 10? Да. Да? Окей, 10. А вот это... Вот эта вот штучка стоит, я не знаю, что это. Это что-то, видать, тоже вот тут вот, да, приготовленное, 20, вон там 20 на костре. Песо. Она стоит вот 20 песо. Ну это как любимка, да, можно попробовать? Yes, берем. Okay. Берем? Окей, okay, окей. Okay. Ten pieces. Ten pieces. Ага. А смотри, это буквально. Rice? Corn. Корн? А, это кашка вот эта вот внутри, там, знаешь, такая кашка. Ну, я не люблю кукурузу, это мамалыга. Кукуруза, каша. Мамалыга. Вот это вот возьмем, да? Ну, тогда знаешь что, тогда, может быть, еще возьмем букаджу. Кукуруза, вот этих булочек. Поедем куда-нибудь попробуем, перекусим куда-нибудь на море. Зачем море? Тут сейчас съем всем кукурузу. Ну, кукуруза-то тут, а да? Букаджу надо тут пить, пока он холодный. Да. Букаджу? Букаджу? А how much? Пилят букаджу? 25. Ну как и везде, 25. Ага, окей. Окей? Покупаем? Покупаем. Окей, and please, two. Месте всегда кукурузу продают. Это где мы находимся сейчас? Баго рядом. А, мы подъехали по центральной дороге, а подъехали по полям в объезд, да? Да. Да, это мы через поле едем. Тут селянки всегда кукурузу варят. Как хорошо, что ты вспомнил про этот путь, да? Давно не ели кукурузы. Я люблю к селянкам сюда заезжать, и они меня любят. Yes, yes. Последнюю дала, ну ничего. Ладно, вот она всегда сейчас растает, через минуту. Ага. Ну давай, пробуй. Пробуй кукурузу и пробуй булочку. Сделано с любовью. Найс. Смотри, на банановом листе. Иначе на костре жарено. Да-да-да, вот у нее там вот, кухня, видишь? Она там же жарит. Ага, на костре. Пробуй, с чего? Сейчас мы это попробуем. О, еще даже начинка есть. Ух ты! Нифига себе, смотри, вот это. А начинка? Кокос жареный, что ли? Жареный кокос, сладкое. Ну не червячки же, наверное, да? Ну какие червячки, конечно, это кокос, да, я попробую. Сладкий кокос жареный. В общем, получается какая-то национальная филиппинская еда, приготовленная здесь же, на костре. Маленький такой пирожок, вернее, несколько пирожочков таких в рядочек. Тесто, я даже не знаю, что за мука. Кукурузная. Наверное, кукурузная мука. Я
приличную, а внутри кокос. Короче, темка вкусная. Угу. Как же я забыла про это место. Хорошо, что ты напомнил. Мусор. Не будем мусорить. Не будем мусорить, засорять Филиппины. Нет. Мы культурные. Почему тебя это рассмешило? Ух ты, какая желтая. Красивая. Ух ты, желтая какая. Наверное, вкусная. Наверное. Давненько я хотела покушать кукурузу филиппинской. Самый прикол. Это не китайская, они тут ее выращивают. Филиппинская настоящая. Давай, пробуй, да я тоже буду. Давай вместе пробуем. Давай. Ой, что жесткая. Угу. И не сладкая. Угу. Ну что, может быть, это попалось? Старая? Не старая, нормально. Я думаю, знаешь что, солью было бы вкусно. Нормально. Горячая. Тоже желтая. Видишь? Угу. Давай другую попробую. Такая же. А, такая одинаковая. Ну ладно. Если мы скажем, за сколько мы ее купили. А, наверное, все слышали, за сколько мы ее купили. Ага. Один качанчик вот такой стоит 10 песо. Угу. Это же вообще копейки. А рублями сейчас на сегодняшний день? 13 рублей. А, 13. У нас получается февраль, 23-й год. Друзья, вы купите в России за 13 рублей качанчик вот такой вот кукурузы. Вареной. Вареной. Конечно же нет. Поэтому я думаю, что твои придирки излишни. А у нас на Дальнем Востоке вообще только китайская. Ну да, если только не фермерская с полей. Но я, кстати, не видела. Вот там, может быть, уже ближе к Москве, может быть, там от батьки кукуруза или от Эрдогана. Может, она вкусная, ну, а у нас чисто китайская вся. Одни, видать, нитраты. Но она вкусная, справедливости рядом, ради отметим. Ну, да. Вкусная. И там столько нитратов. Кушаешь и думаешь, ой-ой-ой, что я ем? Бомба замедленного действия. Я думаю, может быть, нам еще подъехать у той селянки попробовать кукурузу. Вот у нее были качанчики-то помельче, может быть, они послаще. Я думаю, одинаковые. Одинаковые? Не, для прикола-то, не, одинаковые, я думаю, с одного вот, поля. Не будем пробовать? Не, ну для интереса, если хочешь, возьми, посмотри. Неописуемая. Солнечный день. Прекрасный день. Ну, а от кукурузы, конечно, я ожидал большего. В общем, сходила я к той селянке, купила на пробу у нее кукурузы. Что самое интересное, на 20 песо я там купила 4 качанчика кукурузы. Получается, поменьше которые, они стоят 5 песо за штучку. Ну, в принципе, логично. Сейчас мы будем пробовать вот эту кукурузу. Меленькая. На, пробуй. Тебе и мне. Мягкая. Мягкая? Да. Вот видишь, изначально-то мы к ней подъехали, развернулись. Угу. Ну, в принципе, логично. Та кукуруза как раз в два раза больше и стоит в два раза больше. А это в два раза меньше. Мягкая и слаще. Вот эта вот кукуруза лучше. Сладенькая. Угу. В сладкой воде сварена, так как надо. Класс. В общем, друзья, это тот самый момент, когда размер имеет значение. Только в обратном смысле. Чем кукурузка меньше, тем она слаще и вкуснее, что, в принципе, логично. Thank you! Bye!
мечтаю. Как будто я тут живу. И каждый вечер вижу закаты красивые. В этом месте великолепные закаты. Да. Тут прям солнце в море садится, и все красное. Красота. Ну, напомнить надо, что мы на побережье Медальена. Или Дан Бантаяна. Дан Бантаян. Бантаян. Дан Бантаян. Красота. Не мешай мне мечтать. Ну убери камень, ты меня смущаешь, я же мечтаю. Чистенький. Песочком его зашлифовало. Нету никакой зелени на нем. Белый. Белый. Красивый. Кусочек был нести с собой и любоваться. Последствия извержений вулканов, однако, в древности. Представляете, вот эти вот строения, вот вся береговая линия, как стоит около моря. И стена вот совсем небольшая. Рукой покажи, какая небольшая стена. Вот. Вот эти дома буквально стоят в море. Я даже представить боюсь, что было бы, если бы у нас была бы вот такая небольшая стена, и наш дом бы стоял рядом с морем, так как тут дома. Нас бы, блин, наверное, нафиг смыло. А вот это вот побережье, обратите внимание, вот именно это побережье не такое опасное, как у нас. По крайней мере, я так думаю. Наверное. Это чей-то септик. А-а-а. Вон труба выходит. А-а-а. Это был чей-то септик. А, понятно. Ну, полуразрушенный дом. Но он, короче, мне кажется, не морем разрушенный, а просто от времени, да, разрушенный? Да, море разрушило. Море? Да. Потому что все равно соль, ветер – это агрессивная среда. Природа берет свое, разрушит хоть что. Надо же смотреть, укреплять, ремонтировать. Ну да, здесь просто получается, что никто не живет, никто не смотрит. Конечно. Надо постоянно ремонтировать. Постоянно где-то подмазал раствором, где-то подлил стеночку. Вот как мы у себя. Постоянно же нам ломают волнам, постоянно ремонтируют. А если бы не будем ремонтировать, так у нас бы и дом уже давно смыл. Вот я про что и говорю. Это же агрессивная среда. Море. Море, да, соль. Поэтому тут нельзя так, что построил и забыл. Нет, тут постоянно надо что-то делать. Песочек беленький. Белый, красивый. Ну, он, конечно, не такой мелкий, немножко крупноватый, но все равно красота. Мы, друзья, когда порой по этим краям катаемся на байках, мы заезжаем вот на это побережье и любуемся. Здесь особенно красиво по вечерам, как сказал Костя в начале, потому что в этом месте солнце садится в море. Но тут такая красота просто невообразимая, конечно, по вечерам. Но мы вечер ждать не будем, мы поехали дальше. Кстати, это место нравится не только нам. Обратите внимание, и местные приехали искупаться здесь. Я бы, конечно, тоже искупалась с удовольствием, если бы у меня было во что потом переодеться. А ты бы искупался бы? Легко. We'll be right back.
рыбину, смотри, через мост потащил. Вон, 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 наверное, большую рыбу застрелил. Вот это улов, вот это рыбина. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот так вот она, да? А what name? What fish name? Тагиги. Тагиги? Yeah. А, Филиппина Тагиги? Yeah. Во. In English? In English? А, макарель? King макарель. Во, во, найс. Макрель English. In this place. In this place? Yeah. Ooh, very good. Thank you guys. Bye. 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 Говорит, что макрель это. А, макрель застрелил, да? Да. Ну иди посмотри. А я вижу.